рамках рубрики «Хочу сказать» наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы спросить у саровчан, что такое дружба и есть ли у них друзья. Пойдемте. Есть друзья, подруга хорошая есть, я на нее могу положиться. То есть она вам всегда помогает? Помогает, и я ей, и она мне. Так что все хорошо у нас. А кто такой друг? Друг и в беде не оставит. И, мне кажется, везде руку протянет помощи, если понадобится. Не встречаемся. Мы вот две сестры и подружки. Вот мы все, да, позвони куда мне, чего она мне. Мы всегда поможем друг другу в любую минуту. Так что... Подруги есть. Такие же, как я. Бабушки. Расскажите, можете ли на них положиться? Что, кто такой вообще друг? Конечно. Они всегда выручают, если что-то плохо, пойдут и в магазин сходят. И я вместо них могу сходить, когда им плохо. Мы дружим хорошо. А кто такой друг? Каким должен быть друг? Отзывчивым, внимательным. Лучший друг всегда должен поддерживать во всех ситуациях. Ну, принимать такой, какой есть. Мои мысли просто читаю. Это самое главное, потому что мы любим человека не за что-то, а вопреки чему-то. Вот. И если вы найдете такого друга, который будет вас поддерживать во всем, поддерживать даже самые бредовые идеи, то это просто замечательно. Значит, вы нашли того, кого нужно, и он будет с вами всю жизнь. И всегда. И всегда. Человек, который всегда с тобой гуляет, близкий тебе друг, всегда поможет, поддержит тебя во всем. Прежде всего, разделять точку зрения, убеждения, быть как бы одним телом, духовно. А вот детали – это детали, как именно. Ну, чтобы понимал и, как бы сказать, и не передавал любой момент. Друг должен быть верным, должен быть, который всегда тебя поймет, всегда поддержит. Ну, да, без которого вот, обычный день, без которого не такой, когда с ним. А я считаю, что настоящий друг – это тот, кто в любую минуту придет на помощь. Неважно, где он находится, в каком городе или стране он живет. Главное, что он всегда на связи. С вами была рубрика «Хочу сказать».